Олимпийский вокзал. Там он вдали виднеется, написано «Музей железнодорожных дорог России». Я и не знал, что тут музей такой есть. Гатчинский двор. Это все так же Балтийский вокзал. Тетос. Какой-то паб, ну, типа кабак. Поезда виднеются за забором. Так, что там написано? Участок ЖД железнодорожной дороги, Балтийский вокзал, Малая Митрофаневская улица. Увеличивать не буду. Это терминалы самообслуживания. Но они, как я вижу, не работают. Музей, наверное, видимо. Так, время работы. Сегодня у нас четверг. И причем в четверг выходной. Это я не подумал, что у них четверг. Спонтанно сюда зашел просто. Зато вон ворота открыты. Вот паровоз старинный стоит. Тетя там упросится. А почем билеты, не скажете? 200, да? Где-то примерно. Спасибо. 200-150. Сегодня все равно у них там выходной. Лагерь реют на ветру. Ветерок начался.